Ура! Начинается! Поговорим сегодня о конфетах. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, доктор! Вот замечательный вопрос. Какие конфеты вредные, какие конфеты полезные? И все, конечно, ждут, что сейчас доктор Проски скажет: все конфеты вредные, детям конфеты не давайте. На самом деле в конфетах есть польза в некоторых. Не может быть! Главная польза в конфет – это в том, что конфеты – это способ получения удовольствия. Ну, нельзя прожить жизнь, лишая себя всех удовольствий. Браво, доктор! От души! И конфеты – одно из таких удовольствий. Кроме этого, есть медицинская польза конфет. Например, некоторые конфеты, которые надо сосать, они провоцируют частое глотание. То есть сосем конфету, вырабатывается слюна, приходится ее часто глотать. И такие конфеты реально уменьшают боль в горле и реально облегчают кашель. Как пить дать? Да. И, собственно говоря, многочисленные лекарства, в кавычках, которые надо сосать при каше или при ангине, построены именно на том, что вы часто глотаете. И эти лекарства с успехом можно заменить какой-нибудь мятной конфетой. Ну да, еще моя мама. Ну да. Кроме этого, те же мятные конфеты способны уменьшить тошноту и очень часто используются, например, в ситуациях, когда вас укачивает. Частые глотания облегчают ваши неприятные эмоции, например, при взлете самолета. В общем, все это мы учитываем, и так оказывается, польза от конфет есть. Тем не менее, вред более осязаем. Два вреда от конфет. Вред первый – это источник огромного количества калорий, который легко усваивается и который надо срочно потратить. Вдох по кирке шире. Ну и второй источник вреда – это вред для здоровья зубов. Этот вред для здоровья зубов особенно усиливается тогда, когда сладкая конфета длительно контактирует с эмалью зубов. Да. Поэтому самой вредной конфетой является та конфета, которая может пристать к зубной эмали. Ну, например, всякие сливочные тянучки. Да. Больше никогда. Ну да. Ну, а самой-самой вредной, то есть чемпионом по вредности конфет, является конфета, которая долго во рту, липкая и твердая, которую еще надо грызть. Какие? К таким конфетам, как правило, относятся так называемые казинаки. То есть твердые орехи, залитые каким-нибудь сиропом или медом. Вот и делайте правильные выводы об этих самых сладостях. Спасибо, доктор. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.